Пожалуйста, а почему же постсоветское пространство? Потому что у нас две проблемы: дураки и дороги. Ну, во-первых, наверное, да, старая поговорка. А во-вторых, дело в том, что есть определенные технологии, но все западники считают, что сюда надо вот давать готовый продукт, да? А мы не даем готовый продукт, а мы используем местные составляющие, щебень, битум, и обучаем технологии. И технологии обучаем местные специалистов, которые очень высококвалифицированные, поверьте мне, моему опыту, высококвалифицированные специалисты, и когда они этот опыт перенимают, то мы имеем возможность на самом деле содержать дороги в исключительном состоянии, а дороги – это национальное достояние. Но самое главное, мы сохраняем жизни людям, которые могут иметь аварии и, к сожалению, погибают вот за таких каких-то выбоин и ям. Значит, изюминка этой технологии заключается в следующем, что мы берем местные ингредиенты, забираем их в Канаду, подбираем очень четкую формулу, и по этой формуле, значит, здесь уже начинает производить вот этот холодный асфальт. В чем заключается этот холодный асфальт? В том, что если мы как бы его начнем сравнивать с традиционным горячим асфальтом, то холодный асфальт используется в любое время, в любую погоду и круглогодично. Второе, вы его можете возить на любое расстояние, горячий асфальт вы не можете. Он является энергосберегающей технологией, потому что для него не надо затрачивать энергию, которая необходима для поддержания горячего асфальта, чтобы он был горячим. Экологически он чистый, нету парникового эффекта, и не надо утилизировать отходы, то, что у нас существует при горячем асфальте. И самое главное, когда вы положили этот асфальт, вы сегодня это видели, моментально открывается движение, и движение вы не перегораживаете, не создаете неудобства для водителей транспорта. Если говорить о цене, о ценовой политике, что выгоднее, горячий или холодный, и почему именно такая цена на этот машин? Значит, цена, в ценовом образовании, если мы просто не говорим как бы сопутствующей экономической эффективности, вот мы быстро открыли движение, мы не перегораживаем движение на долгое время, если мы берем на квадратный метр, то для горячего асфальта вы должны использовать в районе 7 человек, а для этого же холодного асфальта вы 1,5 человека. Вот так у нас идет расчет только для того, чтобы положить. Второе, значит, ценовая политика, она зависит от стоимости щебня, от стоимости битума. Но это все уже как бы местные вопросы, которые формируются по рынку, который существует здесь. Поэтому он точно, щебень также стоит и для горячего асфальта, он стоит и для холодного асфальта. Поэтому цена образуется на месте, и она конкурентоспособна с любыми другими предложениями, которые могут быть. Но самое главное вещь, что эту технологию, этот холодный асфальт вы можете использовать круглогодично, а именно единственная технология, которую вы можете использовать в зимние условия. Почему? Потому что есть холодный асфальт на водоэмульсионных основе. И, к сожалению, вода, она начинает кристаллизоваться, когда температура становится меньше, чем плюс 4 градуса и пошла в диапазон отрицательных температур.
то его уже использовать нельзя. А наш асфальт вы можете использовать и подобрать формулу, и мы подбираем. Кстати, можно сказать, еще заметить, что мы берем ваших специалистов украинских на стажировку к нам в Канаду. Они проходят стажировку и сертификацию. И здесь мы открываем центральную лабораторию, которая будет очень четко и будет четко следить за технической дисциплиной. Господин Александр, вы сказали, что цена довольно-таки конкурентная, но насколько я понимаю, что сделать на Украине свой асфальт горячий, да, а взять наши составляющие, отвезти их в Канаду, потом привезти назад, это должно быть намного дороже. Значит, мы не берем составляющие, мы берем только 4 килограмма щебня, делаем в лаборатории формулы, больше мы ничего не берем. Все остальное делается у вас. Мы только к вам привозим вот эту добавочку, которая нужна в среднем 1,5 килограмма на тонну, на 1000 килограмм готового продукта. Но то ноу-хау, за счет чего происходит холодный асфальт, и который может лежать 2 года в готовом состоянии, как раньше, помните, готовили песок на зиму, вот он лежит в таких буртах, да? И его потом, когда надо, ты берешь и используешь. И второе, что все остальное, ингредиенты, это ваши. И используются ваши заводы, используются круглогодично. И заводы не простаются, ваши АБЗа, асфальтовые бетонные заводы. Этот асфальт только для ремонта или им можно... Нет, это только ремонтная технология. Это можно сравнить, знаете как? Вот у вас есть, я всегда сравниваю, как зуб и есть дырочка. Это пломба в зубе. Ее надо во что-то упереть, и тогда она становится... И вот когда вы давите пороговым давлением, происходит реакция полимеризации, и оно становится точно такой же, как и зуб, точно такой же, как и асфальт. Поверхность становится идеальной. Стриппинг-тест или тест на сползание вяжущего. Мы берем 50 грамм уже приготовленной смеси холодного асфальта и в кипящую воду опускаем вот это 50 грамм. 3 минуты помешиваем вот так вот, как бы в одну секунду один оборот, помешиваем вот такой стеклянной палочкой. Мы рекомендуем вот такую металлическую взять с такими щипцами, чтобы было безопасно. И вот весь процесс, который мы показываем, это стриппинг-тест или тест, называемый сползанием. Это главный тест, который показывает приклеивание или покрытие вяжущим камушка или адгезивная способность вяжущего на агрегате или на камушке. То есть вода чистая, это уже показывает о том, что нету вот этого битума, который бы всплыл и слез с камня. То есть это говорит, что стриппинг-тест хороший и подобран правильный состав. Потом берется вот такая... И чисто визуально ты смотришь, цвет остался такой, как бы муслинистый, черный. И нету такого красноватого, где произошло бы сползание. Берешь еще ту часть, которая, да, и чисто визуально смотришь, что в принципе цвет, да, ну практически такой. Это можно сказать, что здесь где-то будет, это 100%, окей, это оригинал, а это 95%. Это не проходной, потому что не держится камера. Нет. Это как бы показывается, стриппинг-тест, это показывается... Да, я покажу нашу. Не нашу, да, это Украина. Вот Украина. Значит, мы должны продержать вот этот состав при минус 10 градусов в холодильнике. Минимум 12 часов. Окей. И после 12 часов мы вот берем его, да, и укладываем вот в такой вот цилиндр. Чертежи мы, да, у вас они есть. Значит, видишь, да, как он это делал? Вот так вот он, так вот ножом. Это очень важно. Окей. Потом берется вот такой вот. I blows on inside. Окей. Вставляем вам это. Раз, два, три, четыре. Пять раз постучал, окей.
Он до чертежей сколько весит, вот это все, это, да? Doesn't matter, you see it just. Okay. Теперь он опять это делает. И опять. Опять. Раз, два, три, четыре, пять. Зацеп. Хватит. Окей, вот такой вот станочек надо будет нам что-то там сделать, окей? Ну, это он просто как бы берет. Специально есть вот такая как бы установка, которая потом выдавливает этот тест. Видишь? Как бы такой домкратик, и он выдавливает. Смотри, мы укладываем вот такой вот, это очень важно, тоже размеры, это вот все это, да? 20 times, мы, right? Мы катаем 20 раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 20 раз туда-назад покатали. Окей. Вешаем сколько... вот у них здесь получилось 817 грамм. Окей. 817.1 убирают. Окей. Как бы, да, вот это кольцо. Ну, видно, что там ничего не отвалилось. Окей. На 4 грамма это, ты же понимаешь, на 800 это ничего. Ветер в лицо,